Это ДКшник, короче, но у приста, блядь, сейчас что-то с ДСом, и он со мной на телефоне висит, он слышит вас. Да, хорошо. Хорошо. Этот. Подбегай сюда, прист. Фу, баф даем. Сейчас шамана еще одного сманил. А, он бежит. Рыбку поставил, ребята. Рыбка, он стоит, ешьте. А я давно уже не рыбачу, блядь. Зима наступила, блядь. Все, не рыбак уже, да? Так, паладин подошел. Пока по мобам расскажу. Кроша, значит, танчит. Кто там у нас, блядь? Руки горы ты танчишь. Черепок. Первый будем убивать. Его танчить будет Light Off. Протопал. Протовар твои трое. Протовар, справишься? Тут любой танк 50 тысяч справляется, у тебя больше 50, так что я думаю... Коня довольно... только офните. Про товар слышишь? Ага. Ну там дилку дай лучше на этого, на ДКшника. Хорошо, и его засейвишь, и у тебя таунт будет откатываться. Так, там засумонить просит кого-то. Так, дайте шкаф, сейчас шамана присумоним, он с БГ вышел. Еще раз дис наверняка, все, добавлю каски еще раз по танкам. Так, сколько у нас там в дисе, блять, что-то мне не пишет тут циферку. Ну так вроде 20 есть чем-то. Ну ты проведи рчехол, кто в дисе нет, пусть тыкнут, да и все. А я такой хуйней не занимаюсь. Ну ладно, ну ладно, этот самый фул бафы там, смотрите, вары, крик на хп и боните там рага, если что, ресница у вас. Значит, еще раз, крестик, кружок танчишь, протопал. Ой, блядь, не кружок, это ты черепок танчишь, протопал. А руки горы танчишь, кроша, крестик. Так, на тебя будет частица. Значит, Донт, ты в дисе? Он не в дисе, он на телефоне, пацаны. Да не, не ты. Так, Донт, сиди. Да, вот, вот. А, в дисе, да, все, заебись. Это, ну сиди. Прохилим их. Не, я просто чтоб щитки это. Ты сиди, короче, в основном на ДКшнике. Второй паладин. Ой, этот шаман. Ми. Как там, блять, тебя правильно? Минус стандарт. Тут. Ты, короче, на этом сиди. Чисто на протоваре, который на троих мобах. Вот, ну тут. О, он шаг... в леме. Давай в хила. Какой лем, блять? Какой лем? Мы вчетвером за хилем. Зачем? Уверен? Ну все, смотрите. Так, там урдушка, я не знаю, как он захиливает. Если 26-й. Ладно, короче. Про товар на троих. Пал на черепке. Все на пул и роги сдадите на пала. На кружок, на лайтофа. Это Олма на пуле, тем у него. Ну и руки горы на крестике. Чек на пул. Сначала бежит руки горы на него, чтобы первый фаербол пришелся. Потом уже все остальные. Магов нету, блядь, столик попросить. На счет 3 будем начинать. 1, 2, 3. Поехали. Thank you.
пару уронили. Пока еще нет. Нет. Хорошо. Так, черепок активнее. Ну вы там знаете, собак, баньте там, тут и все пылю. Так, что там у черепка хп-то, блядь? Почти добили. Так, даю массакру на всякий случай. Все, изо всех сил этого... Пал, блядь, пала, кстати, надо хилить еще. Стаки там не спались, но еще. Ревностного не было у тебя пала? Блядь, что там так шумит? Я ебу. Ужас, ужас. Не чистите картошку там, блядь. Что там у нас? Такс. Все, заебись там. Протопал, если есть массакра, дай массакру чистого это. На АОЕ этого мага. Так, что у нас там? Крылья отдать, что ли? Ах ты, сука. Ну все, не уронили, заебись. Ну и там разбирайте между собой. Это, не слепоглаза вот этого пидора поставил черепок, он заебал откидывать, он меня бесит. Все черепок пошли бить, этого не бейте. Идите все вон к королю, ДКшник, забери короля, отведи его. И бьем черепок все. Меня этот моб бесит просто. А, ну и спасибо, что напомнили лук поставить. Просто он откидывает, я поэтому не люблю, чтобы он долго жил. Сейчас его разъебем, дальше уже плохо. ДПС, я смотрю, охуенный. С таким ДПСом вык можно сходить. Можно было бы, конечно, слепоглаза обоссанного свести с кеглером, чисто чтобы кливать. Это было бы очень охуенно. Не знаю, зачем он там стоит. В отдельности, не знаю. Все, ну слепоглаза и потом король стоит. Короче, есть кто шарит в компах? У меня тут проблемка нарисовалась. Короче, вот у меня игра стоит, Assassin's Creed Valhalla, блядь. И ни с того ни с сего тут что-то обновление какое-то было. Хуяк, захожу, тормозит пиздец. Ну прям фрезы такие, прям, я не знаю, невозможно. Я не понимаю, что делать, короче. Драйвер обновил, что-то там выбросить в окно. Блядь, мне тоже корефан говорит выбросить, но еще и надо поссать еще сверху, пока он летит, блядь. Ну а комп вроде бы 1050 или какая там видюка стоит. Стоит ремонт и потребуем. Герцовка 60, блядь. 3-4 процессор, блядь, 8-ядерный. Что там, блядь? 6 гигабайт видюха. Я что-то хуй знаю, что это, блядь. Проблема в том, что включен аппаратный режим. Какой режим? Аппаратный курсор. А, ну это Вовки, я не знаю. Так а вроде главное не было такой хуйни, блядь, я не знаю, блядь, как-то. Я потом как-нибудь пофикшу, ну, блядь. Что я прям сегодня расстроился, ну, хотел сыграть, это обновление, какие-то гробницы завезли, блядь.
Сука, и, блядь, просто просидел, ну что за хуйня? Перезагружал, блядь, 2 часа, помню. Может, сносишь винду, 90% проблем решаются, все. Блядь. Я винду не сношу, ну не знаю, годами, блядь. У меня по 5 лет комп стоит со мной виндой. А, не, это правда, типа, 90% всех проблем решает переустановка. Да, абсолютно любые. Может, типа мусор, всяка хуйня, блядь. Мусор, ну может это, просто антивирус, скачать утилиту, блядь. Платный только антивирусники нормальные, бесплатные помойка. Нихуя, что-то чуть не разъебали меня. Малвейр есть. Ебать, и меня закрыло в камнях, сука, еле вышел. Было бы эпично, блядь. Так я что-то и не вкурил. Минус, у тебя же хил есть? Ну-ка давай чекнем, что тут выпало. Ну типа, варик уже есть, я уже знаю, типа, что можно загнать. Хуета. Да, ну типа кому-то хуета, а кому-то бисовышка. Ну да, кому-то да. Токен, смотри, плечо упало. Локи, ДКшники, маги. Магов нету, смотри, хантов нету, нахуй, вообще охуенный рейд. Бля, пиздец, нахуй. Я, блядь, зашел за лока и хуй во тучу сторону. Зайди в настройки графики. Убери аппаратный курсор, за него лагало у меня тоже. Ты проводил? Убрал, и все нормально. Да нет, это не лагает, когда ты курсором, у меня вот лагало именно тогда, когда я курсором двигаю по экрану, у меня FPS 20-30. Оп, не двигаю ничего, 200. Так это опять двигает 20. Ты про Вальгалу говоришь или про Вовку, блин? Я про Вову говорю, аппаратный курсор, выбираешь Вов и все. Мне вообще похуй, да Вов, блядь. И в этом Вов, блядь, где-то 200 FPS, нахуй, стабилка, блядь. Даже с аппаратным курсором. Ну вот у меня аппаратный курсор не убрал, все, у меня все нормально FPS стал. Ну все, сделаю, так и быть. Ну а там может нет даже аппаратного курсора. Там нету, там всякая другая проблема. Там сглаживание, хуяживание, блять, обзор, угол обзора, блять. Всякая такая хуйня. Но есть во всех, блять, почти играх, нахуй. Настройка, которая, блядь, нахуй FPS, блядь, просто подавляет весь нахуй. Как вертикальная синхронизация. А что такое вертикальная синхронизация? Это хорошо. Ну, или хуйня? Думаю, у тебя, наверное, это хорошо. Для слабых ПК это охуенно хуйня. Ну все, надо включить. Буду считать, что у меня слабый ПК, блядь. Она тебя просто, у тебя будет просто всегда 60 FPS. Выше, не выше, не ниже. Ниже будет, если у тебя слабый ПК. Да я просто удивляюсь, как так вот все работало, и вдруг, блядь, ни с того ни с сего, пиздец. По-любому что-то обновили. Главное, они в обновах всегда пишут, вот, мы там улучшили производительность игры, блядь, баги починили, а на самом деле, блядь, пиздец. Как-то было вообще сохранение не загружалось. Потом хуяк что-то вроде загрузилось. Фото жопы в телегу и я прощаю. Ебать. Жесткие вы, ребята. Так, короче, блядь. Вар, короче, сейчас после трэша в ДДшника спекайся. Постакаешь раскол на боссе. ДК с палом потанчит. Ой-ой-ой, диспельте. Блядь, ну почти добили мобов, они, блядь, фуловые. Ну хули, это называется, мы косты не хотим сбивать. Да нормально. Заходите сюда. Ешьте, пейте. Где-то мне там еда была. Значит, ДКшник на боссе. Влетает первый, значит. Вар в ДДшника, прыгай.
слышишь, Вар, есть спек у тебя? Какой? У тебя босса, ему даже похуй, 5 кдпс. Так, вижу, что ты там переодел. На пулы. Давайте на пулы роги на кружок сразу. Потому что мутяшка будет набирать. ДКшник он наберет нормально. Что там у ДКшника? У него вроде два куска есть. Только лужа. Но ДКшнику похуй, он и так наберет. Все, дадите на него на пул. На этот. На кружок. И он вторым будет. И смотрите, мелики, не врывайтесь там. Варов, ДК касается. Кто там много генерирует, притормозите немножко. Так, каску даю по локам. Сейчас по всем еще обновлю. Этот, Гора, ты в DC можешь говорить? Что такое хуйня? По прожимкам там сориентируешь, типа, чтоб под конец, что у нас там, кабяец, каплю с БЗ или с баблом в конце там дашь по команде, ну и я на тебя дам. Думаю, двух капель хватит. Так, даю проверку. Разбегаться знаете, да? В разные стороны разбегайтесь. Третья влево, четвертая вправо по РДДшникам. Хилы там можете сзади разбегаться. Мелики сюда к воротам. Так, на ДКшника, на звездочку. Вот кто мейн танк, на него всегда дается. Все, все готовы, разбегаемся немножко, чтобы начать бой сразу не в толпе, чтобы мы ДПС не теряли. Все, на счет 3 танки пуляют. Раз, два, три. Поехали, ебашим. Так, придите и умрите. Так, это я вижу там это, агро пристопорите. Вот руки горы сейчас наберет. Стопани, хай, стопани. Стопаните это. Руки горы, давай, ебаши. Следующий на пул в руки горы дайте. Пока он догонит. Там кабяец, притормози, притормози. Стопани, автоатаку поставьте. А то я не хочу, чтобы вас шокнуло в начале боя. Так, удар земли пошел первый. Давай массакру будем сдавать. Я тоже буду сдавать. И ты, протопал, тоже сдавай. Я сдал. Вот, молодец. Все, заебись. Охуенно. Пойдет. Все, ну давайте, держим танки агро. И башим. Гера, все, заебись. Нихуя там шипешник. Хай, а я не помню, ты ж что-то эрелил. Блять, у тебя какой-то другой перс. С какой-то гильдии, я не помню. Где-то я ходил с тобой. Ветер дует. Или не ты? Я перепутал. Что-то было, короче. Короче, смотрите, хилы. Там ДЦшник, эрдру. Значит, эрдрушка, жизнецвет, 3 штуки будешь настакивать. Ну, стаков 8 уже будет на боссе 9. Начинай спамить, чтобы поддерживать жизнецветы на звездочке руки горы. Второй танк, я думаю, не сдохнет, потому что сало будет учащаться. Вот. Чтобы у нас ДКшник не отвалился. Там все-таки 50 тысяч. ТГПС у нас есть, но может и захуярить. А ты сколько руки горы держал, Сак? Стаков 14 держал. Кажись, мы стаки на 10 убьем, блядь. Не ходил, не танчил. О, милики, там аккуратно, смотрите, я вас там не это. Меток никаких не ставил, я думаю, вы все нормальные, скиллованные там. Вот вар, туземец, или как тузималу вот это. Икс, я, блядь, пипай. Не буду прочитать. Смотри, там расколы стакают. Расколы есть. Все, удар говна. Готовимся массакру давать. Так, дал. Дал, отменил. Все, заебись. И подлагивает. У всех подлагивает это. Этот протопал лайтов. Обновляй на себя щит свой. Он у тебя поэффективнее. Я когда флешку на тебя кидаю, будет доп хилка.
Так, половина, 6 стаков, значит, стаки на 12 закончу. Милики смотрим, внимательно смотрим, потому что дамаг от обвала начинает увеличиваться с количеством стаков на боссе. Поэтому выбегаем быстрее из обвала, из штукатурки. Роги там, если что, нажимайте ложный выпад, чтобы не померять. Если вдруг кто-то лагает, тыкайте по КД. Так, ну я думаю, что удар 40 секунд. Думаю, еще удар будет в конце. Там уже будем добивать. Ты, сука, там если что тоже начинай на удары смерти переходить побольше. Вот удар земли, смотрим, сейчас ренжу делаем, массакру сдал. Ну все, и начинаем эти жизнецветы поддерживаю, прям три похуй на ману. Ебать, нихуя там просекает. Еще 11 лямов бить. У всех залагал? Ну, нет. Пока живем. Разлагивайте. Так, сало. Так, что у тебя по прожимкам по своим? Будем добивать до удара. Незыбка есть? Да. Так. Ну сдавай, кровь вампира. Вампира не сдавал? Нет, сдал сейчас. Ага, ну после нее сразу давай незыбку. Там на каплях продержи, там кровь откатится. Скажешь, как незыбка 3 секунды останется. Угу. Кобяец, готовь, значит, на него каплю. Не могу, потому что у меня крылья. Ну, ну похуй, типа, я в тебя похилил. Да, рыбка кончается. Все, давай на него каплю, похуй. Убьет, убьет тебя, я тебя похилю. Давай, кобяц, сдал? Да, да, сдал. Ага, да тебя не пробивает. Ты не шотник, там заебись, ардру захилит. Так. Так, я на тебя каплю сдал теперь. И все, мы в принципе добили, я смотрю, там уже 100 тысяч осталось. Все, заебись. Так, что там, блядь? Ну ты смотри, нихуя на ханта как падает. Ну, просто... ханта нету, мага деда, вот чернокнижник, да, ДК. Портал в шатрат, летим на магика. Самое интересное только зубы тут. Да, зубы хорошая тема на этих, на кастеров прям. А, нету порталов, сука. Магов-то нету? Да, магов нет. Полетели, хули, пешком, блин. Хорошая штука на кастера. Да. Хотя, магов нету. Хули, блядь, какая хуйня на кастеров? Это... Как он называется, блядь? Сейчас же шеи всякие с острова эту хуйню фармят. Это только бомжи одевают. Считай, вот кто груля эти зубы одевает, это бомж, пиздец. Или твильк чей-то. Типа так топом шея же идет, она же с проком, блядь, с охуенным. Считай, что там 500 СПД. Вот этот ШП получается круче моего, блядь. Че у тебя там, сколько СПД хосты, ШПшник? У меня говно шипа. У меня говно 3. А как говно? Нихуя себе, ДПС вон какой. Я 9. Ну, сейчас с подбафами у меня 3800 СПД. Ну вот, у меня 3650 было. А хосты сколько? 903. Не должно быть 700-800, если все СПД остальные.
Так это вообще жесткость, ну 900 и столько СПД, ну это считай больше моего, блядь. Вообще жестко. У меня три не реально говно. А что за три? Ну у меня ПВПшка 245 атаковая скорость и только на СПД. На первом время окей, но по сути должен быть кондёр или какой-то глаз. Вот что-то я насчет кондёра сомневаюсь. Ну глаз я его тоже знаю. Ну скажи. Вроде бы проку. Типа у тебя одна трилия стоит Полгородская, а вторая у тебя кондёр, учитывая, что кондёр там он очень часто прокает, там буквально 30 секунд что ли без прока. И, короче, да, все время 20. Постоянный бонус и постоянно СПД. Да. Это очень приятно. Или третья трилия может быть 42-25, это как его, чешуйка. Чешуйка, ну вот у меня чешуйка и глаз. Угу. Это, в принципе, а Толгородская? Толгородская, да, я что-то не брал, я взял кольцо. Сейчас дырку в кольцо думаю сделать. Типа, да? Толгорода очень жесткий, и плащ дыркой, кольцо с дыркой с проком, и триня. Это еще фармить столько этот остров ебущий. 5 персов я заебался фармить уже. Не, ну это тоже мы один из твидов. Так что у вас за гильдия, как называется? Ну кого чем? Как? Какая ты о чем? Ну вот, откуда ты, прист и робот. А, мы только недавно создали. А, как это недавно создали? Ну сколько, 3 дня, 4. Ничего себе. А с какого вы стола вообще пришли? Ну, лично я пришла с X3. Угу. Что-то дохуя людей с X3. Ну конечно, его закрыли. В основном тоже. Как, его угробили, блядь. А чё у вас РТ во сколько будет? Да у нас нет никакого РТ. Не, ну, это а твилны, поэтому. Я пока не знаю, это всего есть. Кто там всё? Ты знаешь, вот, к нему все вопросы. Да вот этот Рога, да? Вар, не. Рога молчаливый мальчик. А, туземец вот этот, Тузима. Да, Тузима. Ты прочитаешь? Вар, ты чё, РЛ? Вот этот протовар, который? Угу. Да? Ну я тоже протовар в душе, блядь. 10 лет за протовара. Фу, как ты. Заебали эти вары. Поменяй на группку пока быстренько. Ага, сейчас поменяю. Так, поменял. Так, Локин, тут уже дохуя кто долетел. Заходим. Ставим шкаф. Локи есть в инсте? Если нет, залетайте. Тут уже чел 10 есть, шкаф, и мы нем сейчас умолимся. Короче, надо молиться, чтобы выпал мой токен, а то это не дело, блядь. 2 токена на Лока, блядь. Это вообще пиздец. Если он выпадет... Да, шам упал. Выпадет сейчас все. Блядь, надо молиться, прям пиздец. Так. 6 шабада, 3 паладина. На кого там, по-моему, еще Рог, если не ошибаюсь, к нам относится? Врач, паразиты. Моя кровь принадлежит мне. Да. Ну, нормально. Один. Нормально. 11 человек-то что, не паролить? И мешок. Повары, да. А что постоянно меняется вот это? Сложность что-то. Или мы когда... выходили, типа. Что-то это странная хуйня. Так, 3 тела осталось умануть. Пошли бить трэш, там шаман пока АФК. Косты сбиваем мобам. Типа все на одного не налегайте, распределитесь, разных мобов бейте, чтобы сбив коста был по мобам. И из огня выходите, это самое главное. Ладно, поставлю от огня ауру.
хил жесткий нужен. Кто подох, сразу бегите. Потому что, ну, это было бы глупо ждать, пока мы добьем. Ну, кто подох, тогда потом возле босса перебафаемся. Сбрила. Во, постыд сбивайте, смотрите. А то еще это проклятие и будет еще пять людей. И с огня выходим с метеоров с этих. Он еще мобы, или давай осторожно. Так, пойду метанки расставлю пока что. Сидите, жрите там, пейте и приду бах там. А, на кубы 5 плюсов. Перебафайте пока палы, присты там чё кого. Так, гора, значит, на боссе будешь. Знаешь, как ставить гора? Да. Ага. Так, значит, 5 кубов есть. Значит, мышулик. На звездочку встаешь. На луну встает Ог-бабу. Потом на кружок встает кружок. Так, сейчас я на вас ебану. Так, где-то мышулик на луну. Или куда я тебе сказал? На луну мышулик. Так. На треугольник тогда Ог-бабу, блядь. Ог-бабу. Треугольник возле босса, я тебя там буду прохиливать. Потом на кружок станет протопал, на тебе кружок будет. И ты же мне сказал идти на звезду, мышулик. Все, это самое, стой на луне.
На Луне. Хорошо. Да, там, потому что этот платники, там будет Эрдру бегать, короче. Звездочку встанет. Кто там, значит? Давай, Red Ray, ты встанешь на звездочку. Red Ray на звездочку. Так, у вас там 3 милика. Значит, вот эти 3 метки. Звезда, Луна и кружок будет прохиливать Эрдрушник. Эрдрушник, ты находись между звездой и Луной. На протопала хуй забей, он там не сдохнет. Держать будем, чтобы ДПС был. Значит, так, на Луне. Кто у нас там, блядь? На ромбике. Ой, на треугольнике. Ок-бабу. И получается Суреш Бро. Ты будешь на ромбике. Братан. Я вас тебе дам частицу и захилю тебя. Так. Сейчас подойду вам баф и дам. Катают каски. Блять, а как так на вас не баф С4? Мне забавно. А, на мобов сдадим Геру. На мобов и зауешим их. А, ДКшники, вызовите войско. Сначала Red Ray первый дашь секунд через 10 после пула. И потом секунд через 20 после пула дашь Машулик. Заходите в комнату. Так, что-то надо по мане резнуть немножко. Так, где-то мне еда есть. Так, даю проверку. А, по сбиву костов давайте, знаете, как определимся. А, этот... Короче, ромбик, ты сбиваешь с моба, который на ромбике, запомнить цель, нажимай. Ок-бабу, сбив коста, запомнить цель на кружке, который стоит ветерком шамановским. На звездочке сбивай, как там, блядь, ник правильно, ЛВКСА сбиваешь. На Луне сбиваешь шаман, который четвертый шаман. Вот. Ну и все остальные сбивайте на этом... Роги какие-нибудь выберите, треугольник запомните, или ему сбивайте. Когда они подойдут, стрелу мы сбиваем. Все, давайте, значит, на счет 3 будем начинать пулять. Раз, два, три, поехали. Ой, это получается хуй кто сбил, нахуй. На панели нету хуйни сбивательной, да, шаман? Чё столько много стрел в мы прилетело? Это же вообще пиздец, позор, блядь. Давайте войско, кто не сдавал, там два ДКшника, которые не танки. Так, я тебе дал каплю, короче, себе, этот бабл. Дал еще массакру, блядь. Здесь не сдохну. А уешим изо всех сил эту хуйню. Потом порезаем пацанам. Ой-ой. Все, уешьте этих петухов. До запуска 50 секунд еще есть. Чаротворцев нету, чаротворец стоит, вон лоу хп, 20 тысяч добили. Все, этих мудаков теперь. И резьим два тела. Так, резаем. Я сяду ману попить. Резаем и даем баф. Каски вам дам. Встанут там, пристабаф обновите. Резайте ману быстрее, до запуска... 15 секунд, идите на позицию. До запуска 10 секунд. Так, даю каски. Где вы там? А, кто-то дал уже, что-то надо курить. Все, бьем этого пидора. Так, частицу. Частицу даю на ромбик, хилю треугольник. Нормально. Да, заебись. Ну, мне чисто, мне похуй. Хуй знает, как там миликом. Нормально, нормально. Ты Венхи? Ага. Ну, что кому-то надо, Маша.
Ну да. Так, ну в принципе массакра есть на кубы, но я не знаю, буду ли я ее нажимать. Я думаю, бессмысленная хуйня. Но это там на обвал, блядь. Так, 15 секунд кубы. Все, заебись. Да, Рога, прости, я забыл. Че, там стерили не дал? Да, я ему под кубы дам сейчас. Три секунды готовимся. Кубы готовимся. Нажимаем. Нажимаем кубы. Все, я захилю вас, не ссыте. Там тоже захиливают пацанов. Прям просто, на фул хп держу. Все, заебись, красавчики. Сука. Выпала бы моя хуйня, блядь. Через сколько следующие кубы? Я точно знаю, что следующие кубы 35. После второй откидывалки будут. 35 секунд. Вот это я прям стопудово знаю. Я скажу, если что, я вас буду это настораживать. Даже если таймер исчезнет, не обосремся. Главное, чтобы чудесным образом под никто не словил КД какое-то волшебное на кубы. Если кто-то словит КД, скажите сразу, я прибегу. Да, на тапках есть на инженерских, пацаны, так что сразу сообщите нам. Вот-вот после этого откидывания буквально 3 секунды будут кубы. Готовимся. Готовимся, кубы готовимся. Нажимаем, нажимаем. Отлично, все, пошел за хил. Держим до конца, ДПСим охуенно. То, что надо. Как сказал Джейми Оливер, это то, что я хотел, блядь. Блядь, вот эти коровы или кто там, или эльфы, блядь, кричат так пиздец просто, блядь. Уши вытекают. И я, блядь. Слышите эту хуйню, кто со звуком играет, да? У меня пукан просто взрывается от этой хуйни, блядь. Ужас. Звуки битвы, так как сказать, блядь. Кубы готовимся, 2 секунды. Готовимся прям. Так, частицу обновил, не ссать. Звездочку попробуйте, потому что 3 звездочку, секунды. Пробуйте звездочку, нажимайте звездочку. Есть. Вот. А кто нажал? Ты нажал? Я опять, да, нажал, успел. У меня КД почему-то не скинулось. Смотри за КД своим, Усана, внимательно. Потому что ты стоял на нем, я видел. Я смотрел за тобой, наблюдал, бля. Сука, спалили. Ну и шо, стоял и шо. Все, не стой, не тыкай. А то может ты как-то это, хвостом там махнул, тыкнул, блядь, случайно. КД. Ты стоишь на платформе. Че за хуйня? Че ты просекаешь? Босс то бьет, то не бьет, блядь. Короче, следующие кубы там, блядь, 20-25 секунд где-то. Рога, под следующие кубы дам тебе стерео. Так, готовимся кубы 5 секунд. Готовимся на кубах. Смотрите, чтобы КД у вас не было. Нажимаем. Нажимаем, нажимаем. За хил идет, заебись. Звездочку за второй раз опасно. Опасно, не надо, чтобы было опасно, ребята. Мы же не хотим, блядь, бежать заново этого пидора бить. Ну, какой-то нам надо, да? Так. А чё он обвал низко? Вот он обвал. Так. Сейчас попадется крама, нет, интересно. Так. Дался крум. О, попало. Здесь. Ну все, я думаю, разок там. Может быть, еще разок мы жмем. Кстати, таймера нету, так что на кубах стоим, смотрим. Стоим недалеко от кубов. Босс, запомни, цель выбран.
Смотрим, ждем тайминг. 15, да, ну все, готовьтесь. Внимательно. Давайте готовимся. Скоро надо нажимать. Ух ты. Сейчас, скорее всего, будет. Готовимся, готовимся. Скоро надо будет прожимать. Прожимаем. Отлично. Идет за хил. Вернись. Ну и скорее всего нахуярим уже, я думаю, до следующих кубов 6 лямов заедашь. Кто? А, как ты сдох? Кто хочет в лужу встать к хилю? Давай, кто там? Какой-нибудь ДКшник, блядь. Понакручивай от хил. Че, вставайте кто-нибудь, блядь. Частица на танке, заебись. Никто не хочет, почему? Лут поменяй, лут! Да не заберут лут, если даже он не будет поменять, он просто поставит. Ну да, там шмотки-то не сразу из босса отдаются. Так, момент истины, блядь. Ну, наш. Воин через дует. Поебеть выпало. Да ёпту ж дивизию, а. Так, поехали с разролом. Значит, объявление рейду даю. Значит, с этого босса все покидаю в сумку, а потом уже на себя метку поставлю, будете обмен кидать. Так, а боссаная сумка никому не нужная. В боссе остается, короче. А, лукса. Лукса. Там даю лукса. Башка. Башка. Так, ролим голову. Так, что я там выкинул? Так, 98 Бьорк. Выше 98 нету, да? Правильно я понял? Нет. Так, Бьорк отдаю. Так, следующее. Плащ. Сила, выносливость, меткость, крит. Так, значит, руки горы и вот этот танк, они на ДД рулят. Это я в курсе. Так, Панама получается. Панама. Следующее. Перчатки бисовые. Меткость, РП, две дырки, блядь, просто бомба, блядь. Так, Панама. Панама. Так, друидовский грудак. Родом. Т4. Так, вижу. У протовара 87. ГЦ протовар. Походу. Так, где ты там? Протовар. Так, ДЦ про товар. Ставлю на себя звездочку. За следующими шмотками в обмен звездочки подходим. Так, значит. Сразу напишу. Вот эта хуйня. Unroll. Вот эта хуйня Unroll. Это я забрал. Так, башка. Ролим. Беспонтовая башка. Так, никому... На ов что, можно спеть? Давай, нет. Давай на ов кидай ров. Лукса кидай обмен. Следующую вещь линкую. Этот. Сейчас, секунду, обмен дам. Следующая вещь. Зубы. Рольте. Так, бьет. Сейчас дос. Так, 85 лукса. 85 лукса раз, 85 лукса 2, 85 лукса продано, блядь. 100к, блядь, в обмен. Так, зубы грула. Сука, грудак мой ебаный не выпал, блядь. Так, теперь вот эту хуйню ролим. Рукавицы. Кольчуга, крит, хаст. На кого это? На ханта, на энха.
Шиш, бро, давай обмен. Мы сейчас два токена разрулим. И все. Там сумка самоцветная вроде еще была. Сумка Unroll. Наверное, понял. На плечи павшего героя рольте. Так, 94 чанда. Чанда. Давай обмен чанда. Так, даю тебе плечи. И последний кусок. Это штаны павшего героя. 95 вижу. Так. Арс 95. Обмен. Арс 95. ГЦ. Ой, это мышуля мне кинул. Что за хуйня? Нахуй ты кидаешь? Хорошо, что я заметил. Арс, давай обмен. Ебать. Чуть не проебал ты шмотку, блядь. Хуя себе, блядь, мышуля. Ты шо там? Ну а хули, ёпта. Все средства хороши, блядь. Охуеть вообще, ебать. Не наебешь, не проживешь, да? Просто не наебешь, не проживешь. Просто пиздец. Так, не ливай спать, я тебе голову. А, блядь, так этот, ну ты этот, как сказать? Прям сейчас тебе, блядь. Все, всем спасибо. Спасибо всем.